Всем здорово, с вами Макс Пауэр, и сегодня у нас модификация Дэнди. Микрофончики? Да. Вот такие вот микрофоны, которые я взял для компьютера, их тут целых 5 штук. Почему бы не использовать для нашей Дэнди? Они готовы практически. Осталось сделать усилитель для них, и этот усилитель засунуть в саму приставку. У меня есть вот такая схема, я ее проверял и делал на ней микрофон для компьютера. Отлично усиливает, хорошо работает на обычных транзисторах КТ-315. Тем же методом изготовления сделал основу печатной платы, и сейчас я напаяю вот эти детали. Тут два транзистора и три резистора всего лишь. А, четыре резистора плюс два конденсатора. В общем, все точно так же, как видеоусилитель, только транзистор другой немножко. По-другому подключается первый, а остальные все практически одно и то же. И вот я вот сюда сейчас все это напаяю и приделываю вот такую вот еще кнопочку. А что будет дальше? Ну, вы посмотрите. Я сам не знаю, что будет. Это интересно. В Дэнди будет микрофон. Это клево. Что ж, рассмотрим более подробно усилитель, который я собрал. Все, конечно, как всегда, жутко не по ГОСТам, но работает, самое главное. Кстати, вот такой же микрофон я делал давно назад, много лет, и он отлично работает, только кот его постоянно шуркается об него. Питается от USB. Вот единственный недостаток этой схемы, да, в том, что он питается от USB. И сейчас мы посмотрим, как работает вот этот микрофон. Я включил SoundForge. Включаем кнопочкой питания. Раз, два, три. Раз, два, три. Как меня слышно? Раз, два, три. Есть небольшие помехи от USB, то что компьютер, но на Dendy таких помех не будет. В качестве фильтра я просто использую здесь вот небольшой, всего два конденсатора и один диод. А вот, например, в своем микрофоне я специально делал на транзисторах схему, там посложнее, поэтому там чище гораздо звук. Но в целом усилок неплохой получился, с учетом того, что самые детальки, они, ну, рублей на 50 тоже вытягивают, наверное, если их покупать с магазина. Так что вот эту вот схему мы сейчас и поставим нашу Дэнди. Будет она с микрофоном теперь у нас. Будем теперь стримить. Вот так вот. Все. Разместил плату усилителя вот здесь. Микрофон попозже поставлю на корпус. Там сделаю отверстие. Светодиод, как всегда. Как же без него. И осталось подключить вот эти контакты. Это плюс. Вот это минус. Это выход. Специально экранированный провод взял от нашей советской магнитолы какой-то. Она лучше будет в экранированном проводе, потому что помех очень много будет. Плюс мы еще в конце будем последнюю модификацию делать. Это плюс у нас, да. Плюс поставим в плюс 5 вольт. Ну, куда-нибудь сюда, вот здесь можно подрубить пустой контакт. Вот это вот звуковой, вот сюда его подрубаем прям сразу. Массу паяем сюда куда-нибудь, без разницы. Алло. Как слышно, как слышно? Все равно звук громкий. На десятке уже слышно. Какой сигнал мощный, капец, в этой Дэнди. Да уж, сигнал с приставки звуковой получился настолько громким, что я подключил напрямую, что микрофон практически не слышно. Хотя на усилителе компьютерном было слышно его. Итак, я вот такую штуку сделал. Это делитель. Ну, два обычных резистора по 10 кОм. Один я подключу на вход, который идет звуковой Дэнди. Другой на минус, а посередине между ними, то есть половина сигнала, я выделю уже на наш разъем. Это, то есть уменьшит в два раза сигнал от Дэнди, вот эта вот сборочка. Поэтому, ну иначе не слышно вообще практически. Там, когда вот так вот бьешь по микрофону, тогда только чуть-чуть слышно. Кошмар. Я не знал, что у Дэнди такой мощный сигнал звуковой. Так, для этого придется мне аудиодорожку порезать. Ну, деваться некуда. Опять схему монтировать для двух резисторов, я думаю, нет смысла. Кстати, что самое интересное, на Dendy Stepler точно такая же схема, я потом посмотрел. А вообще, можете спросить, откуда у меня вообще идея-то появилась с микрофоном. На самом деле, это появилась она в далеком 97-м году, наверное, или 96-м, может быть, когда еще очень мелким был я. Я тоже так же чинил Dendy, и там чинил, по-моему, как раз разъем, звука не было. Поставил все как есть, звук работал, играл какие-то самолетики наподобие Топ Гана, только от третьего лица. Я не помню, как называется игрушка, ну, можете написать в комментах.
Тоже стоит ее поиграть, довольно такая прикольная. Но там почему-то не было музыки, насколько я помню. А мне очень хотелось музыку. Тем более, батя притащил магнитолу от машины, и я ее смог запустить. На ней играла музыка, и мне хотелось, чтобы музыка была прям в игре самой, то есть непосредственно. Для этого взял резистор и просто потыкал с помощью резистора вот сюда. И раз на этом пине появился звук в телевизоре, я такой, о, нифига себе. То есть можно подмешивать в звуковой канал Дензи звук от других источников. Получится музыка в любой игре, какой хотите. И это было очень здорово. Я играл с музыкой в эти стрелялочки. Еще при включении я обнаружил небольшие помехи, которые, возможно, связаны с тем, что здесь толком нет вообще конденсаторов никаких после стабилизатора. То есть вот до стабилизатора идет какой-то мелкий, а вот после него, после преобразователя, точнее, ничего. Тут как раз две дорожки, две вот эти пятачка под конденсатор были сделаны. Поэтому все просто. Берем любой кондер на выше 5 вольт, например, вот такой, 5 вольт, 1000 микрофарад 6 вольта, и засовываем его сюда. Сейчас с материнки какой-нибудь выдру. Чем больше, тем лучше. Питание будет чище. Все. Надо подальше вот тут делать от радиатора, иначе... Ну, не то чтобы неприятно, но конденсаторы не любят, когда греется. Настало время сделать нашу Денти беспроводной. Итак, у меня имеются три основных вещи. Вот те, что я заказал с AliExpress. Это модуль зарядки USB для элементов 18650, тех самых литиевых аккумуляторов. Вот один из лучших у меня, который есть красный. Это у нас от ноутбука. У него емкость около 2000 мА, что очень классно. Остальные вот эти вот с AliExpress, они беспонтовые. Такие лучше не используйте. Максимум фонарики их можно использовать. Итак, вот они, три модуля. Этот модуль зарядки от мини-USB. Ссылки, где все толку купить, я отставлю под видео. Можете взять про запас. Стоят они копейки, что такое 30 рублей. Пользы зато от него миллион. Плюс этот модуль идет с защитой от сильного разряда батареи. То есть вот эти вот ячейки, они от ноутбука, они как бы идут без контроллера. Чистые, как есть. Тут должна быть схема еще в некоторых стояться, когда отдельно они выпускаются. А когда их используют в какой-то готовой технике, то там идет общий контроллер на все. Так вот, для того, чтобы такой элемент использовать, нам необходимо вот такую плату. Она отличается чуть-чуть там на 15 рублей дороже, там 45 она стоит, не 30 рублей, как вот обычный. Зато здесь есть вот эти контакты B+, и B-. То есть это отдельно батарея подключается сюда. Если у обычного сразу идет на батарею, то это идет через вот эту схему, через одни схемы. В итоге, в общем, она защищает от того, чтобы батарейка не разрядилась до нуля. А она будет хорошо разряжаться. Разряжаться она будет при помощи вот этого модуля. Это не просто так он. Вот такой вот модуль. Это преобразователь. То есть здесь входит напряжение с левой стороны. Любое, там от 2 до 5 вольт он держит. Может быть даже меньше. И он превращает их с помощью вот этой катушки, вот этого контроллера, там шим-контроллер стоит, вот эти резисторы, он как раз формирует напряжение 5 вольт. То есть 5 вольт для всего подходит. Можно питать, например, Денди, можно напитать такие вот штучки, игрушки, флешки, что угодно. 5 вольт сейчас стандарт распространенный. И как и был 20 лет назад. Так что с помощью вот этих трех элементов мы соберем так называемый ИБП. Источник бесперебойного питания. Сюда подключается USB 5 вольт. Далее к нему подрубается батарея. Вот этот элемент. Вот, например, плюс. Вот здесь будет, вот здесь минус. Это у нас 18650 элемент на 3,7 вольта. Ну, дело в том, что она не совсем на 3,7 вольта, она идет от 3,2 до 4,2. Но всегда пишут производители среднее значение, среднее значение как раз 3,7. То есть максимально заряжено 4,2, минимально 3,2. Это все понятно. Но можно, в принципе, попробовать запитать прямо от батареи. То есть она будет всегда заряжаться от контроллера, как только подключим питание. Или когда питание отсутствует, батарея будет отдавать энергию. То есть вот сюда я хотел сразу подключить Денди. Но пройдя некоторые опыты с приставками, я понял, что ее процессор
он работает минимум от 4 вольт. То есть ниже 4 уже начинаются глюки. И звук плохой, и видео ни о чем. То есть появляются какие-то искажения. Некоторые картриджи вообще не запускаются. То есть не проканает напрямую подрубить к вот этому элементу. Поэтому я взял вот этот преобразователь. Он всегда будет давать 5 вольт. Как бы батарея ни села. До самого минимума даже садится, и все равно он будет питать ее. То есть мы по полной будем использовать эту ячейку. Итак, отсюда уже выход идет с этой платы, потому что тут есть контроллер заряда, как я говорил, то есть и контроллер разряда, вот это уже с контроллера разряда идут, то есть вот с этих вот двух. Она также выдает вот здесь вот 3,2-4,2, сколько на батарее, столько она и выдает. И уже вот эти вот мы подрубаем вот сюда, контакты. Это преобразователь 5 на выходе. То есть, сколько бы ни входило в него, всегда будет входить ровные 5 вольт. Вот отсюда уже можно запитать нашу Денди. А вот это напитание можно вывести даже на USB. То есть, мы, по сути, просто воссоздали схему зарядника портативного. Ну, что-то вот наподобие вот этого. Тут вот уже все это есть. Только здесь на 4 элемента он идет. Вот он тоже. Сюда входит напряжение, USB выходит из него. То есть, это повербанк, так называемый. Вот мы воссоздали повербанк, только в мини такой редакции, он у нас такой компактный получится. Ну, такого размера, как 2 элемента 1850, даже меньше. Разъем. То есть, ну так, если вдруг нужно будет подзаряжать для чем-то, например, от Денди телефон сотовый, почему нет? Тут целых 2000 мА, и этого хватит где-то на 50% зарядки современного смартфона. Вот такая вот схема, все просто довольно-таки. Наша задача следующая. Каким-то образом в питание Денди всунуть эту схему. Здесь, как вы знаете, идет вот так вот, если поставить, слева преобразователь, процессор и выключатель, который включает процессор. То есть схема очень простая. Вот идет преобразователь. Вот это минус, вот это плюс 5 вольт. Вот сюда входит от блока питания. 9-12 вольт. На выключатель через плату процессора, ну, скажем, напрямую вот так вот, и потом уже идет на сам процессор, на каплю. Вот она питается. Вот. Центральный процессор, например, да? Так вот, нам нужно вот эту схему сейчас сюда засунуть. Вот этот контакт, который 5 вольт будет выходить из преобразователя, можно подключить вот сюда. Вот эту разорвать дорожку. Точнее, наоборот. Эту дорожку разорвем. 5 вольт, которые с преобразователя идут, подключим вот сюда в USB. То есть она также будет питаться и от старого блока питания. И еще будет питаться от USB разъема, от этого контакта. Вот можно будет подключить обычный зарядник от сотового вот сюда. Питание как раз пойдет сразу вот на точку 5 вольт. Но если мы вот так оставим и вот сюда подключим наш бесперебойник, получится, что все питание будет идти через него всегда. Это, с одной стороны, правильно. То есть, как бы выключая, не выключая питание, все равно батарея успеет запитать ее, и она даже не поймет, что питание вырубилось. То есть, получается у нас схема бесперебойного питания, вот когда так подключим. Даже если питание обрубится, например, выключится блок питания к свой родной, или мы отключим от USB, ее все равно будет питаться от аккумулятора нашего. Это раз. Но я вот немножко не понял, куда включать выключатель. Можно, конечно, вот так его оставить, но тогда преобразователь будет всегда работать с батареей, даже когда она выключена. Дело в том, что у таких вот вещей у них всегда есть так называемый холостой ток. То есть там же шим-контроллер работает, постоянно генерирует вот эту вот частоту, чтобы делать 5 вольт. И он, даже если мы его выключим, но он будет подключен к батарее вот так вот, то, соответственно, питание будет уходить, батарея со временем сядет. Даже если мы не будем использовать Денди, там несколько миллиампер всего он потребляет, но этого достаточно, через неделю-две уже будет ползаряда батареи исчезнет. Тем более батарею не рекомендуется лишний раз разряжать, у них же определенное количество циклов. Короче, выключатель вот этот я вообще уберу, подключу питание вот сюда, сразу на Денди, то есть она будет запитываться сразу от преобразователя. 5 вольт, вот я даже напишу 5 вольт преобразователь. И выключатель мы поставим, знаете, куда? Вот сюда мы поставим его.
Вот я так думаю. Это самый логичный способ, потому что мы будем разрывать цепь батареи и преобразователя. То есть вот эта схема будет, вот эта часть будет всегда здесь находиться вместе с денди, а выключаться он будет именно выключателем. То есть все просто. Наша задача сейчас вот этот выключатель отключить от питания, вот здесь вот замкнуть. То есть вот эти вот просто два контакта замкнуть между собой, а выключатель отрезать ему дорожки и сделать его вот сюда вот поставить, когда мы схему соберем. А один из контактов, вот он плюс, который здесь же тоже есть, он просто дублируется специально, чтобы подпаиваться к нему, мы подключим к вот сюда, к 5-вольтовому преобразователю. То есть, опять же, вот в эту точку. Видите, тут уже сколько напаяно. Уже два контакта. Тут у нас микрофон красный и синий, это у нас видеоусилитель. То есть, даже если питание отрубится, если даже, не знаю, что Армагеддон случится и вообще исчезнет любой источник снаружи, то всегда она будет питаться, пока не сядет из батарейки. И для нее с точки зрения ничего не изменится, потому что она всегда будет подписываться через преобразователь. Такая вот система получилась. Давайте собирать. Тут все просто на самом деле. V-in. Это вход. У него вот здесь идет он. То есть с этой стороны вот так он ставится. А это выход у нас напряжение. Мини-USB вот сюда ставится. Вот как раз у него контакты. Вот это выход. Out плюс и минус, это как раз идет через свой контроллер. А вот сюда подрубается к нему батарея. Вот это вот. Батареи можно, кстати, несколько поставить, но мне одной пока хватит. Все, собираем. Что ж, мой паяльник для SMD компонентов на 100 ватт, настало твое время. Здесь я рекомендую использовать мощный паяльник и паять очень быстро, потому что литий не любит перегрева. О, вот такая плюха пойдет. То же самое тут. Эх, мощные паяльники, тема, конечно. Что ж, вот мы подрубили. Так, вот подрубили наш модуль зарядки. Желтый плюс. Черный минус тут у меня. Не главное не перепутать. Есть. Буквально 1-2 секунды, не больше. Он даже не успевает нагреваться. Все силовые элементы закручиваем хотя бы изолентой, потому что мощи в этой ячейке дофигища. Что-нибудь замкнет, вылетит сразу. Расплавит только в путь. Даже провод. Поэтому хорошенько ее запаковываем. В качестве нагрузки я подключу вот такой большой корпускной кулер. И замерим напряжение. Так, 9 вольт, обалдеть. Тут регулятор интересный, сейчас попробуем его покрутить. Да, он уменьшает напряжение и увеличивает. Офигеть, 15 вольт. Да, все, максимум. 16 вольт он почти выдает. Прикольно. Меня сейчас дует с него. Так, ладно, не будем насиловать. Кулер нам нужен еще. О, нагрев пошел. Чувствуется. Так, уменьшим. Так, 12 вольт. Ну, поставим 12, как обычно должен работать, да, он? Например. Ну, там 11 с копейками пускай будет. Сейчас вот все питается от этой батареи. 3,7 вольта превращается в 12. Это клево. Так, ну как выключатель работает? Работает все нормально. Ну и теперь замерим, сколько он выдает силу тока. В принципе, что он крутит вот этот, уже хорошо. Тут у него, правда, ничего не указано, но обычно они 250, 300, даже 500 мА могут потреблять. Для денди достаточно 500 будет, даже с лихвой. Так, нужно еще помощнее какой-нибудь источник. Вот такой советский брутальный моторчик. Вот он-то сейчас нагрузит, это точно. Поставил пока 5 вольт, 5,8. Сейчас будет шумно. Ну вот 5, не 5,10. Нормально, не сильно греется. Где-то градусов 30-40 максимум. То, что надо.
Фух. Что ж, все, все готово. Впаиваем теперь нашу Дэдди. Это все размещаем как угодно, чтобы ничего не замыкало. И все в соответствии со схемой делаем. Пора собирать Дэнди полностью. Но перед этим я хочу проверить, что за питание здесь идет. Когда нет осциллографа, я использую просто колонку или любой динамик. Подключаем ее минусом сюда. Но плюс не напрямую, иначе сгорит сразу же. А через какой-нибудь резистор или конденсатор надо подключить. Вот такой, например, смотрите. Это советский конденсатор на 1 микрофарад. Что ж, немного шум есть, да? То есть Дэнди будет питаться, если вот так его подключить, то, скорее всего, на звуке будет вот этот фоновый шум. Он нам совсем не нужен для игр, правильно? Поэтому мы сделаем следующее. Попробуем, что будет, если я подключу конденсатор. Да, он полностью убирает вот эту помеху. Так что вот такой 1200 мы сейчас поставим в Дэнди. На всякий случай, чтобы питание было чистое. Что ж, припаиваем. Теперь мы узнали, что нужен еще конденсатор будет обязательно. Но это естественно, здесь на плате, как видите, нет конденсаторов. Они есть вот эти мелкие, но они не справляются. Все равно помеха идет от нее. Это свойство всех таких преобразователей на катушке. Там же высокая частота, она все равно прорывается. Если мы напрямую сейчас подключим, то, скорее всего, ее услышим в телевизоре, что нам не нужно. Ну, как-то так. Теперь-то уж понадежнее питание будет. Перерезаем дорожку, как вот по схеме. Теперь она будет питаться несколько поиначе. Да чтоб тебе, горячая, любой проводок сейчас подпаяем сюда, а к нему уже антенну. Все, готово. И наконец-то скручиваем, а то сейчас сломаю до конца все шлейфы. То есть мы изолируем выключатель и включаем напрямую Дэнди. Она всегда будет включена. Блин. Легко. Теперь нужно установить контакт, вот сюда поставить перемычку и протянуть ее до сюда. Ну, как раньше было. Так, соединяем две здесь. И питание на джойстике плюс. Все. Наконец-то. Спайки закончили. Бедная Дэнди. Такой модификации еще у нее не было никогда. Светодиод должен загореться. Есть. Это без блока питания. То есть, смотрите, никакого блока питания тут в помине нету. Она полностью автономна. Правда, кишочка кучу болтается, но это мы сейчас спрячем все дело. Что ж, давайте проверим этот Дэнди фарш, я его назвал. Никогда в жизни я так не парился ни с одной Дэнди, как с этой. Опа, без блока питания. Раз, два, три. Раз, два, три. Все нормально, это тюльпан отходит. Раз. Смотри-ка, новая лампочка загорелась, синяя. Это означает, что идет зарядка, и одновременно еще немножко питания проходит на саму Дэнди. То есть и вот это заряжается, и опять же преобразователь работает, забирает себе энергию. То есть смысл в том, что так она и подзаряжается одновременно, и работает уже от блока питания своего же. Отрубаем, зарядка исчезла, но Дэнди вообще без разницы. Представляете, 90-е года бы вот так вот взять, играть в какую-нибудь игру офигительную, да, там, Battletoads какой-нибудь или еще, уйди. И такой кто-то, дай-ка я отрублю твой Дэнди, чувак, тыщ. Что ты наделал? И ничего не изменилось, все так же работает. Я играю сейчас по тюльпанам, все отлично, но... Давайте-ка сделаем еще одну модификацию, последнюю в этой части. Но не последнюю вообще, потому что Дэнди можно модифицировать, по-моему, бесконечно. Всякие разные плюшки, мультифлюшки делать. Сейчас мы сделаем, чтобы она была без проводов. Избавимся и от тюльпанов тоже.
Ведь в ней есть RF-модуль, и в телевизоре он тоже есть. Почему бы не объединить их вместе? Да, 175-25. Побывавшись с тюнером, я нашел частоту Dendy. Вот она подключена по единственному кабелю, ТВ-кабелю, антенному. Что ж, осталось теперь сделать эффективную антенну, так называемую. Для этого я воспользуюсь верхней крышкой приставки. Тут много места и много места по кругу, так сказать. То есть антенну можно разместить по типу того, как, может быть, вы видели игрушечный мастер на лайв-канале, где я игрушки ремонтирую. Там я часто встречал антенны на всяких радиоуправляемых машинках, которые прилеплены прям к корпусу. Вот я наподобие что-то такого задумал сделать и здесь. Вот это мы вывели, как помните, провод. Он идет прям из гнезда ОРФ, то есть высокочастотный выход. Вот такой полимерный клей для пистолетов используется. С помощью него можно закрепить что угодно, к чему угодно, по идее. Конечно, качество его не очень, но это вот, типа вот этого, то, что когда-то делали здесь 20 лет назад. Вот такой же взял, да попробовать, посмотреть, что за такая штучка интересная. И с помощью него мы закрепим вот такой кабель. Медный кабель. Это у меня остатки от проводки. Как мы выяснили, с помощью тюнера частота РФ-генератора Dendy равна 175,25 МГц. Ну, это частота вещания, в общем. На 11-12 что ли канале это где-то примерно идет. И чтобы вычислить антенну хорошую для этой частоты, можно взять так называемую четверть волны. В общем, это четверть длины волны, которая соответствует этой частоте. Есть обычная формула, упрощенная, чтобы вычислить длину волны. L равняется C делить на F, как я помню. То есть DC – это скорость распространения радиоволн, она равняется скорости света. И иногда часто в радиотехнике используется упрощенный вариант этой формулы. L равняется 300 делить на частоту в мегагерцах. Почему в мегагерцах? Потому что ну там 300 сколько-то нулей идет, скорость света – это метр в секунду, а мегагерц – это уже миллион. В общем, там сокращается, получается, что просто 300 делить на мегагерц. Или, грубо говоря, L в нашем случае равняется 300 разделить на 175. Ну, 175 округлим. Получается 1,7 метра. Вот самый лучший будет для этой частоты 1,7 метра. Но это очень много. Нужно будет очень большую длинную антенну использовать и много провода медного. Нет, всего метр он в запасе. Поэтому часто в радиотехнике берется 1/4. Вот та самая 1/4 от длины волны. Таким образом, 1,7 мы еще делим 1,7 на 4. Получается 0,42. Да, вот те самые 42 сантиметра. То есть 1,7 делим, как это разделить, на 4. Получается 42 сантиметра. Вот. Ну, там 0,42 метра, если быть точным. Таким образом, наш штырь, который будет хорошо излучать эту частоту, должен быть 42 сантиметра. Теперь все просто. А вот как раз 42. Ну, плюс еще оставим чуть-чуть для нашего шурупа. 13-1 сантиметр оставим. Мы будем закручивать провод к шурупам. Просто припаивать будет сложновато к медному проводу. Это уже проверено. Если помните, когда мы делали антенну для дачи, там, для цифровой приставки. Как же я запарился паять эти провода толстые медные, это кошмар. Вот такой кусочек. В принципе, небольшой. Видите, как раз по кругу. Если вот смотреть здесь, надо даже смотреть, сюда ложится неплохо. В эти углубления. Все прям идеально. То есть, вот она антенна сверху будет. Понимаете, в чем прикол? Здесь можно ее клеем зафиксировать, а можно даже стяжками попробовать сделать. Прям вообще, смотрите, круг вот этот сверху, он как будто идеально рассчитан под антенну. Вот как раз красный круг. А, прикольно, слушайте. Не просто это совпадение. Что-то кто-то рассчитывал корпус, видать, точно инопланетяне. Они знают при законы физики. Все, вытащили. Вот, как раз помощник мастрица. Вот тебе вот... Вот именно здесь ему интересно. Здесь неудобно, жестоко, но он все равно приходит сюда. Прям на болтике, они колются, все равно он сидит. Надо ее раскруглить чем-нибудь. Ну, то есть, вот эти все бугры, все это убрать желательно.
Так, вот как-то так. Это моя первая клейка. Таких вещей говорят, еще используют его для всяких там поделок. Вот новогодние игрушки как раз делают. Сейчас как раз же Новый год у нас, так что можете на заметку взять. Блин, вообще отлично, мне нравится, как садится он. Ну, чем-то похоже, я не знаю, на клей, но вот так вот, честно скажу, не сильно пахнет. Да, есть такой пластиковый запах, но это не сильно же дрожает. Например, когда клеем клеишь, он воняет, кошмар. А тут раз, все. Так, что у нас теперь? Так она идеально прям закрепится и не будет даже болтаться. Слушайте, я сейчас тогда и все схемы на нее посажу, если так будет хорошо все. Там же схема болтается теперь по корпусу, их надо тоже закреплять. И реально она закрепила, вот, пожалуйста. Видите, тут еще даже не подсохло до конца, но в этих местах, вот где было, она, ну как вот эти штуки, так же держит нормально. Вполне себе никуда она не денется. А вот тут сбоку просто мы чуть-чуть подрежем вот этот бортик. И все будет идеально. Вот так мы возьмем. Вот сюда мы сейчас ее приделаем с помощью изоленты. А вот уже пластик прикрепим к основанию. То есть его легко будет клеить, и на него можно еще капнуть клея потом будет. Полимерного в некоторых местах. Так, ну хотя бы так закрепим. Да, что касается модификации, вы можете сделать точно такой же апгрейд. Вот как мы сделали сегодня для любой другой приставки, которая питается на 5 вольт. Может быть Sega, может быть Super Nintendo, еще какие-нибудь приставки. Система-то одинаковая, имеется в виду по питанию. Поэтому это будет несложно. И знаете, что я еще подумал? Вот эта кнопка, которую я поставил, она, конечно, классная, удобная. Это игрушки, которая. Но опять надо будет резать под нее отверстие вот здесь вот где-нибудь. Это будет некрасиво. Вообще не хочу портить корпус этой кнопочкой. Хотя ее можно поставить, она даже по цвету одинаковая. Я подумал, что если ее повесить вместо ресета. Да, ресет как раз он мало используется где. Я вообще так вообще не использую практически. Тут уже все готово, и кнопочка стоит, вот она такая вот. Так что поставим вместо ресета. Пускай включается на ресет микрофон. Почему бы нет? Так что сейчас подпаяюсь по-быстрому. Но придется его убрать, точнее отрезать его от основных дорожек. Ресет будет таким образом делаться. С помощью включателя. Смотрите, даже сейчас она работает. Последние штрихи. Установка микрофона. Как вы думаете, куда поставить лучше микрофон? На верхней части корпуса? Я думаю, да. Логично, это прям дырочка отлично подходит сюда. И он как раз в этом месте. Практически незаметно. Можно вот тоже, в принципе, на клей посадить. Я так и сделаю, знаете, потому что, знаете что? Если я сейчас вот так вот закреплю, даже хоть на что, если мы на подножке его поставим, не будет плотного контакта между корпусом и микрофоном, а значит, он слышно-то не будет толком. Тут хотя бы он будет конкретно залит здесь с помощью клея. И длинный шлейф вот такой же поставлю, экранированный, чтобы он не гудел. Нужно именно экранированный пользовать провод. И сюда мы его приделаем. Блин, хорошая штука, это полимерный клей. Чего же я раньше-то его не пользовал? Вы представляете, 28 лет и до сих пор не использовал такой клей. Все. Никуда он не денется, тут намертво все. То есть для микрофона всегда используйте экранированные провода, иначе будет гудеть очень сильно. Микрофонный усилитель, потому что очень хорошо усиливает сигнал и, соответственно, даже мелкие помехи, он отлично их усиливает и превращает в шум. Ну и, конечно, куда же без светодиодов. Вот такой вот прикольный светодиод у меня остался от фонарика. Он рабочий и очень ярко светит. Но для Дэнди мне не нужна яркость. Мне нужно, чтобы была мягкая ровная подсветка, которую он дает. Он полукруглый как раз. Я его поставлю вот сюда, в середину. Он будет подсвечивать снизу картридж. Это будет, наверное, красиво. И подключу его вместо вот этого маленького. Его все равно не видно, и к тому же я вообще не знаю, зачем его поставил. Хм, угарно ведь. Ну-ка, может подальше поставить. Столкнулся с необычной проблемой. Дело в том, что подсветка вот эта, она, конечно, хорошо светит, но вот эти вот шторки, когда их ставишь, они закрывают полностью ее. То есть вообще не видно, что подсвечивается картридж. Здесь надо что-то решать. Либо убирать шторки, либо делать их прозрачными, но это я не знаю, как сделать сейчас. Но без них тоже плохо, они от пыли защищают. Поэтому я решил сделать следующее.
сделать вот сюда небольшой отражатель. Благо клей-то есть. Вот так его поставить сейчас. И все, и пусть он отражает свет, который падает, ну, под прямым углом сюда. Вот здесь просто как раз есть, видите, вот такая вот щель огромная, куда будет свет попадать. Ну, такая вот, знаете, небольшая подсветка изнутри, скажем так. Плюс с отражателя чуть-чуть идет. Есть. Все. Пошли играть. Просто кусок медного провода в качестве антенны. Вот первый канал тут показывает у нас. Антенна включена. Все включено. Тыщ. Да, заработало. Ну, а чего бы не работать. Так, в разных местах по-разному, конечно, ловит. Но, в принципе, без разницы, какой стороной, потому что антенна круговая. Итак, мы на кухне. Вот, холодец к Новому году варится. Врубаем ее. Смотрим через стену, как ловит. Да, сигнал есть. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Ну, конечно, помехи сильные. Ладно, спасибо за просмотр. С вами был Макс Пауэр. Модифицируйте ваши денди. Это очень крутая тема. Прикольные вещи получаются. И, собственно, фантазия здесь не ограничена. Можете с ней делать что угодно. 5-вольтовое питание. Подходят все модули. Вот, пожалуйста. Беспроводные технологии получились. Ладно. Будут вопросы, пишите. Будем еще снимать про нее видео. Я так и не рассказал про голосовое управление. И обещаю, это будет. Просто там это тема отдельного видео, которое будет довольно интересно по-своему. А здесь мы и так очень много сделали. Что ж, это Дэнди теперь моя самая любимая, самая лучшая. Наверное, очевидно. Теперь можно прикалываться над соседями. И, соответственно, если мы покрутим одну маленькую детальку в разные стороны, там катушка стоит, залитая парафином. Так вот, если мы ее раздвинем или зажмем, мы можем с легкостью попасть на диапазон, например, обычных каналов, первого, второго, третьего и так далее. Вот будет событие, когда смотришь новости, и тебе вместо Киселева вещает какой-то Макс Пауэр. Ладно, спасибо за просмотр. Да, кстати, вот можете обратить внимание, Дэнди еще и на компе. До чего техника дошла, тут и там стримим. Такие дела. Ладно, спасибо всем за просмотр. С наступающим вас Новым годом, чтобы у вас все было прекрасно. И надеюсь, в следующем году будет гораздо лучше, чем в этом. А я пойду тестировать и шутить над соседями.